Наша жизнь стремительно меняется год от года. Появляются новые технологии, новые возможности, которые переворачивают наше мировоззрение, отношение ко времени, к общению и к работе. Меняются наши приоритеты, наши желания, цели и средства их достижения. Прогресс меняет нашу жизнь, и мы должны внимать этим переменам, пользоваться их благами и учитывать их особенности, воспитывая новое поколение. Для этого система образования должна находиться в постоянном развитии. А значит, и подготовка самих педагогов требует новых подходов. Мы не можем думать о трансформации педагогического образования без учета ребенка, который сильно изменился. Потому что сегодня дети совсем не те, что были, скажем, 20 лет назад. Это дети, которые получают много информации об окружающем мире. Это дети, которые успешно пользуются новыми технологиями, но в то же время имеют и свои слабые стороны. Например, такие как проблема общения с окружающими. Для разработки образовательных программ нового поколения необходимо учитывать те вызовы современного общества, с которыми сталкивается педагог. Это и быстрое устревание компетенций, изменение формы знаний, а также высокая мобильность людей и миграция. Решение поставленных задач нашли в Казанском федеральном университете. Казанский университет предлагает новую парадигму организации образовательного процесса, особенно в отношении обучения учителей. Мы называем это парадигма 4Т, потому что сюда включены 4 объекта процесса обучения. Это трансформирующиеся студенты, образование, учителя и преподаватели, и, наконец, сам процесс подготовки учителей. Педагогическое образование в Казанском федеральном университете начало активно развиваться после присоединения двух педагогических институтов в 2010 году. Теперь стало возможным готовить специалистов не только по классической системе, но и по распределенной. То есть учителя-предметники теперь могут обучаться в профильных институтах. К слову, в КФУ их 20. Благодаря такому подходу мы получаем не просто учителей, но и исследователей, мыслящих гораздо шире. Обучение физиков идет практически в тех же условиях, где обучаются классические физики. С ними работает та же высококвалифицированная профессура. Да? Они делают эксперименты, проводят опыты в лабораториях, где идет реальная наука. Поэтому мы готовим новую генерацию учителей. Это означает, что мы получим другого учителя. Учителя-исследователей, в то же время у него будут хорошие практические навыки. Важной составляющей системы подготовки учителей в КФУ является трансфер образовательных технологий на экспериментальные площадки университета. Это детский университет, 2 собственных лицея, образовательные центры и университет третьего возраста. Таким образом, в Казанском федеральном университете сформирован полный образовательный цикл. Специалисты ведут разработки образовательных технологий как для детей и школьников, так для студентов, взрослых и даже пожилых людей. Уникальность САИ заключается в том, что мы в рамках одного университета, создавая самые разные междисциплинарные научные группы, хотим исследовать те аспекты в развитии, обучении ребенка, студента, даже взрослого человека, потому что учиться надо в течение всей жизни. Мы хотим исследовать. Казанский университет открыт для исследователей из разных областей со всего мира. Тесные международные связи, совместная работа с ведущими зарубежными университетами, научными центрами и учеными позволяют местным исследователям почерпнуть все лучшее, что сегодня имеют иностранные партнеры, и адаптировать эти достижения к российским реалиям. Мы вместе работаем над проектом международного сборника статей «Образование и саморазвитие». Он будет проиндексирован в базе данных Scopus и Web of Science. Мы намерены привлечь авторов из других стран и опубликовать сборник на русском и английском языках. Which will be published in Russian and in English.
Разработки новых образовательных технологий в КФУ ведутся с учетом мультикультурности современного общества. Благодаря высокой мобильности нового поколения людей, культуры и религии сегодня живут в тесном соседстве друг с другом. В этом смысле Казань является уникальным местом, где Восток встречается с Западом. Город располагает и поражает не только своей культурой, красотой, историей, но также современностью и прогрессом. Казанский федеральный университет, используя свой накопленный опыт, ресурсы и международные контакты, ставит перед собой грандиозную цель – создать и реализовать модель подготовки учителя нового поколения. Учителя-исследователя, учителя, способного мыслить нестандартно, учителя гибкого, ориентированного на постоянное развитие и трансформацию в соответствии с происходящими изменениями в мире.